Спасибо, спасибо. Добрый вечер. Я очень рад всех вас видеть. А для того, чтобы как-то начать, я решил прочитать вам свое стихотворение небольшое, которое называется «Фотокарточка». Ну, или «Фотокарточка детства». Это я на пригорке зеленом, а у ног моих преданный пес. По неписанным сельским законам у меня облупившийся нос. Долговязая эта девчонка в кофте синей, как мартовский снег, это старшая наша сестренка, уважаемый мной человек. А за розовым этим забором, где наличник резной над окном, желтый рубленный домик, в котором мы с сестрой родились и живем, за окошком у нас палисадник, это мама и папа в цветах. У него была лайка в руках, значит, это какой-нибудь праздник. У меня не болит голова и не жмет, и не колет в груди. Еще бабушка наша жива, еще все у меня впереди. Спасибо. Ну вот, я должен сказать, что это чувство, что все еще впереди, как это ни странно, так и осталось на всю жизнь. Хорошо это или плохо, и мне судить, но это так. Да, пожалуйста. Николай Дмитриевич, вот вы начали с такого счастливого, лучезарного детства своего. А это же поколение военных и послевоенных детей. Угу. Оно не всегда таким радостным воспринимается. Так вот, какие основные черты характера все-таки оно воспитывало? Да, мне нравится называть себя и свое поколение называть «Дети Победы». Да, конечно, 47-й год, когда я появился на свет, это все наши отцы, молодые, кто-то сильно увешан медалями, кто-то не очень, но они были полны сил, мужества, света, надежды. И я уверен, мы рождались по любви и по долгому хотению этих детишек. Так нас ждали. Ну, конечно, все из детства. Все мы родом из детства. Все. Все до одного. И чем дальше, я в этом больше и больше уверен. Да, это были трудные годы. Согласен. Мы недавно, как все вы в жизни разговариваем там, с внуками и все. Я понимаю, что им какие-то вещи не понять. Ну, про то, что у тебя одни ботинки, ну им как-то это не понять, да и не надо. Ну, что их, ну, зачем это портить вообще представление о мире? О том, что вещь – это ценность, о том, что тебе купят к 7-му классу пальто, это если будешь хорошо учиться, да, это, а ты не будешь ходить в отцовской фуфайке, это ценность, это такая пронзительная ценность. И, конечно... Конечно, все это с тобой живет. При всей этой трудности, я часто об этом вспоминаю и своим вот рассказываю. Папа очень любил, когда семья собиралась за столом. У нас был вот маленький этот домик, село Второе Черного, Уренского района, Горьковской области. И мы жили бедно, ну вот по нынешнему, ну просто бедно, конечно же. Но на Пасху что-то как-то. Тетя приходила, дядя Витя, тетя Лена, бабушка. И папа садился, смотрел на всех на нас и говорил: «Детки, какие же мы счастливые!» Вот дай Бог всем так воспринимать. Николай Дмитриевич, скажите, а как в вашей жизни появился театр? Где вы учились и когда впервые профессионально вышли на сцену?
Ой, забавная история получилась. Я и театр, это, в общем, какая-то странная встреча. Хотя, забегая вперед, надо сказать, что потом я понял, что в жизни человека самое главное слово – это встреча. И встречи определяют всю жизнь. Вот говорят, характер человека – это его судьба. Но характер человека – это прежде всего встреча. Он складывается от того, кого ты видишь перед собой, и как ты воспринимаешь, и понимаешь ли ты значение этой встречи. И моя жизнь складывалась из этого. Потому что, когда мы перебрались, мне было 12 лет, когда мы вот из этого благословенного края, Горьковской, ныне Нижегородской области, мы приехали в город Алчевск, ну тогда он назывался Ворошиловск, Донбасс, Украина. И родители просто, сестра постарше меня, она уже заканчивала школу, нужно было учиться, да, и вот они думали о том, как, ну где, у нас даже школа была семилетка. И мы переехали вот в этот город, который потом, когда я объехал весь мир, весь буквально, и я могу сказать, что Нью-Йорк на меня не произвел такого впечатления, когда я из деревни приехал в Алчевск. Это было потрясение, конечно. Огромные трубы заводские, троллейбусы, дворцы культуры. И я записался во все кружки, и это тогда было возможно. Вот я занимался, в студии живописи, я играл на баяне, тоже в студии. До этого я играл на гармошке, потом в духовом оркестре играл на трубе, занимался фотографией. И мне все бежало мне навстречу, все это было интересно. А потом однажды мы шли с друзьями из занятий духового оркестра. Ну, я был уже просто уже вот со школой, ходили 7 ноября на демонстрацию, и я играл на трубе, значит, я был впереди оркестра, да, вот с трубой, да, и марш Харьков. Тай-рам-там-тарам-тарам-тарам-та-там. Мама с папой бегут прямо от школы, бегут, смотрят. Это такое было уже, достиг я высшей славы, что называется. Вот, и вдруг какой-то человек встречается, и я запомнил его фамилию, я ее произнесу, Бузиновский, потому что он испортил мою жизнь. Я был бы музыкантом. Он встретился нам на пути и говорит: ну что вы дуете в свои дудки? Ну что это такое? Вот вы зайдите во дворец культуры химиков, вот там драматический коллектив и эта сцена, и стал говорить какие-то вещи для меня совершенно непонятные. Вот, но ради любопытства и отчасти хулиганства мы пошли, записались. И вот встреча Надежда Леонтьевна Горошенко. Это первый человек, который на меня посмотрел в этом смысле. И оказалось, что я стихи люблю. И я ей что-то прочитал. И буквально в очень короткие дни я стал понимать, что... Я не могу. Потому что мои друзья пошутили, поигрались. Кстати, придумывали очень фамилии смешные, чтобы записываться. Не записывался там Валентин Воронов. А он говорил: Валентин Стулкин. Ха-ха-ха, все смеялись. А поскольку моя фамилия Чендякин, я подумал, и так смешно. И ничего не придумывал. Вот. И потом я вдруг почувствовал, что это мое. И стал просто каждый день ходить. И Надежда Леонтьевна, удивительный педагог, бывшая актриса профессиональная, перевела меня во взрослый коллектив. Я просто представляете себе, вот там с завода люди приходят репетировать пьесу. И да, первую роль я играл старика. Песня «Свидание у черемухи». И такая небольшая роль, но на меня надевали парик лысый. Представляете, как вот я все это сглазил, да? И я сидел с гармошкой на сцене и пел песню: «Когда я на почте служил ямщиком, был молод, имел я силенку». И вот любил я в ту пору девчонку. Зал просто меня встречал очень хорошо. Я сломался и стал думать только о театре. Вот это уже был путь, с которого я уже не мог свернуть. А дальше уже дело техники. Я размышлял, как, чего. Мне помогала Надежда Леонтьевна. Поскольку мы жили вот в Алчевске, то речь шла о Ростове-на-Дону. Там было училище искусств, которое я позднее и
с радостью и поступил. Вот, а дальше все уже пошло-поехало. Скажите, пожалуйста, а как вы решились поменять свою вполне успешную жизнь в Ростове на какие-то неясные перспективы в Омске? Друзья мои, да, ну, когда тебе, знаешь, 20 лет, и ты вот ты готов выйти на сцену, Господи, все иначе воспринимается. Карьера, не карьера, успех, не успех. Я вообще мечтал, я вот своей жене об этом рассказываю, она смеется. Я мечтал, у меня мечта была такая простая. Я представлял, что я артист, это когда я еще не был артистом, да? Я себе представлял, вот я артист, и у меня комната. И я почему-то помню форточку. Вот в этой комнате форточку именно. И форточка закрыта. Вот почему? Вот закрытая форточка, то есть я отделен, да? И у меня такая полочка, там несколько книжек стоит, и я... Я совершенно не думал, какой я артист, что я играю, какие у меня, какой у меня карьерный рост или чего. Просто хотелось выходить на сцену и играть. Когда я училище заканчивал, опять встреча, у нас был потрясающий педагог Герман Михайлович Гуровский. На третьем курсе мы уже играли свой спектакль в репертуаре Ростовского театра имени Горького, пьеса Светлова «20 лет спустя». Потом я перешел в театр юного зрителя, там же, в Ростове, имени Ленинского комсомола. Ну, потому что это был театр молодой, с песнями, с гитарами, тогда носили свитера, да, кое-кто позволял себе бородку, театр выбросил занавес. Это сейчас все смешно, наивно, а тогда это было очень, очень призывно. И в этом театре я наиграл очень много интересных ролей, начиная «Город на заре» Костю Белоуса и «Собака на сене» Теодора играл. Я сыграл Воскова совсем молодым 20-летним парнем. «Зори здесь тихие». Я 5 лет работал в ТЮЗе. Это были счастливые годы во всех отношениях. Но тут вот я вынужден немножко о грустном сказать, потому что довольно рано, мне где-то лет 19 мне было, мне поставили диагноз хронический гломерулонефрит. Вот совсем не романтическая тут тема. И я был, внутренне одинок. Вы понимаете, молодые люди, там много всяких событий, и все несется. А меня держит, я по 2-3 месяца лежал в больнице, в клинике, один раз полгода лежал. И когда мне исполнилось 25 лет, я уже вот так от этой жизни, от этого внутреннего остервенения и предчувствия того, что будет завтра. Все это было на фоне вот этого психологического слома, очень тяжелого. Мне даже неприятно, что я вам об этом рассказываю, но вы спросили, а будет все неправда, если я не скажу про это. И я вот в 73-м году, вот так, знаете, взял и все переломил. Вот. И уехал не куда-нибудь, не ближе, а уехал в Сибирь, в Омск. Там, правда, я знал, что там очень хороший театр, там было несколько моих друзей. И когда меня пригласили, позвали туда, я вот просто... Вот, это в буквальном смысле чемоданчик, там 10 сборничков стихотворений любимых, гитара у меня была тогда, и больше ничего, даже пальто не было. Вот. И я в ноябре месяце улетел в театр в Омск.
И началась совсем другая жизнь. Я забыл все. Я просто сознательно сказал, все, если конец, значит конец. И я поменял жизнь в корне. Стал работать без оглядки. И я не встал ни на какой учет, не пошел ни в какую клинику, ни в какую больницу. Работал как оголтелый. Очень много играл, много путешествовал с театром. Тогда были гастроли, как вы знаете, мы объехали весь Союз. Ну, а годы работы в Омске, я-то думал, что я там 2-3 года, может быть, буду служить. А прожил там 15 лет, как говорят артисты, 15 сезонов. Вот. И это кусок жизни, но, может быть, самый главный. Какие у вас еще есть таланты? Чем еще замечательно ваше умение владеть собой? Говорят, если женщина захочет, она сможет уездить мужчину. А если я захочу, я смогу уездить женщину. Какую женщину? Любую, на выбор. Все эти ваши хваленые таланты мне ни к чему. Вы сами интересуете меня, по совести говоря, не более, чем прошлогодний снег. Уясните себе это. У нас с вами будут хорошие деловые отношения. Нет, пеняйте на себя. Я прекрасно вижу, что вы с придурью. Но вокруг полным-полно придурков еще похлеще разгуливают себя на воле. А иные забрались так высоко, что не достать. На то мы порешим. Никаких фокусов я не потерплю. Теперь идите поешьте, вы голодны. Леди! Можно я оставлю ее здесь, подругу жизни? Николай Дмитриевич, а что заставило вас, звезду Омского драматического театра, пойти снова учиться, почти в 40 лет учиться на режиссера? Расскажите о своем курсе в ГИТИСе и о преподавателях. Угу. С радостью. Потому что это тоже один из зигзагов неожиданных. За 30 мне было. Но объясняется очень просто. Я всегда интересовался режиссурой. Мне интересно было, как делается спектакль. Но должен вам сказать, что вот то, что сейчас называют самооценкой, да, у меня как-то все это было скромно. Я из деревни, из села, мне всегда казалось, что у меня недостаточно знаний, недостаточно образования. И вообще, вот этого слоя культуры, такого естественного, как бы во мне нет. Наверное, это было не так. Но мне так казалось, и я жил с этим ощущением. Это небожители поступают на режиссуру. Но куда там? Моя жена Татьяна Ожегова, актриса этого театра, рано ушедшая из жизни, ей было 44 года, в 89 году ее не стало. Великая актриса, великая. Я сейчас говорю это осознанно и ответственно. Она в 32 года в Омске стала народной артисткой, лауреат государственной премии, играла весь репертуар, и я как мог ей в этом как бы помогал. Вот я говорю о ней, потому что очень много от нее зависело. А она меня как бы говорила, давай, поступай, надо учиться. Вот. Это тоже трудное решение, потому что я был успешным актером. А труппа Омского театра, это такая коллекция. Директор этого театра Мигдат Нурдинович Ханжаров, великий театральный директор, как мы говорим, последний советский директор. Он собрал невероятную труппу, но я не могу не назвать Елену Ивановну Псареву, народную артистку, Теплова, Щеголева, Чунишвили. Это великие артисты. Ну, а для тех, чтобы было понятно, Влад Дворжецкий, помните Хлудова, «Бег»?
Вот, это мой однокашник. Мы работали вместе в одно время в театре, сидели в одной гримерке. А надо сказать, что его отец Вацлав Дворжецкий, который потом работал в Горьком, он тоже до этого работал в Омске. В Омске работал актером и был моим другом, близким, и до конца своих дней оставался Вова Гуркин, который вот как-то взял и написал пьесу «Любовь и голуби», а потом эта пьеса стала культовым фильмом советского народа. А до этого это был культовый спектакль в Омске. Я играл в Володиной пьесе еще до «Любви и голуби». Он написал пьесу «Зажигая днем свечу». Я туда писал ему песни по его просьбе, стихи. В это же время работал Юра Кузнецов, ленинградский артист, которого вы все знаете по «Ментам». Ну, я об Омске могу говорить долго, так что извините, я лучше приостановлюсь, потому что это очень большая и серьезная часть моей жизни. Поступая в ГИТИС, я, честно говоря, не очень понимал, что я делаю практически. И между нами говоря, меня это особенно не занимало. Я поступал, чтобы получить корочки. Вот честно вам откровенно говорю. Я был 30-летний больше 30 лет актер с огромным опытом. Я уже играл, не знаю, что я, легче сказать, что я не играл. Я играл «Орфей спускается в ад», я играл «Любовь под вязами», я играл «Паратова бесприданец», «Двое на качелях» пьеса на двоих, «Наедине со всеми» пьеса на двоих. Огромный был репертуар. И я, когда приехал поступать, я встретил человека, которого, честно говоря, раньше не знал. Фамилия его Буткевич, Михаил Михайлович. И я пришел на собеседование, захожу, сидит человек, вот такой седой, светлый, как солнышко, улыбка у него. Я не поверил, что это режиссер и строгий педагог. Вот. И я ему рассказываю, а он читает мои сам, вы ведущий актер, ах, вы это. Вот. А я ему рассказываю о трудностях своей жизни и о том, что у меня гастроли, и я не очень попадаю в экзамены. Ну, как-то я понимаю, что как-то они там обойдутся без того, чтобы меня экзаменовать по всем предметам. Вот, мне что-то там нужно пропустить. Вот. А он так на меня смотрит солнечными глазами. И я говорю, вы же понимаете, что как-то можно же все как-то это... А он с этой улыбкой говорит, нет, нельзя. Я говорю, как же? Он говорит, да, это очень хорошо. Вы знаете, и я очень хочу, чтобы вы поступили. Но это зависит только от вас. С такой нежностью. Я понимаю, я все. Тут у меня прямо вот такой, думаю, я поступлю. Это было очень трудно. Я летал просто вот из города, где гастроли, прилетал утром, сдавал какой-то экзамен, и летел назад, играл спектакли, потом возвращался. Буквально на каждый экзамен прилетал. Вот это был Михаил Михайлович Буткевич, как потом я понял, вот эта встреча, так встреча. Это может быть одна из главных встреч в жизни. Он исповедовал Михаила Александровича Чехова. Тогда еще не было издано ни одной книжки Чехова. Это великий русский актер, который служил в Московском художественном театре, потом создал свой театр. Но поскольку он эмигрировал, уехал, жил в Америке и создал в Америке великую актерскую школу, которую вы и сегодня наблюдаете в кино. Но имя Михаила Александровича Чехова, не путать с А.П. Чеховым, было стерто и забыто. И в советское время нельзя было это имя упоминать. А Михаил Михайлович, не имея никакой литературы, он на опыте, он знал все этюды, наборы упражнений, вообще философию понимания театра по Чехову. И вот тут, надо сказать, это одно из самых сильных впечатлений в моей жизни. Вот когда ты в профессии, ты все, и вдруг ты понимаешь так откровенно, что ты ноль. Вот ноль.
Но если ты честный человек, и если ты к своей профессии относишься всерьез, ты, конечно, можешь и дальше говоришь, да? Но и ты пробуешь. Вы знаете, как вот после каких-то сложных операций, когда человек учится заново ходить, да? И вот и ты пробовать самое... Нет. А ты можешь просто посидеть и помолчать на сцене, чтобы это было убедительно. Ей-богу, вот буквально. Но он проделывал с нами такие человеческие опыты, невыносимые. Я вам расскажу, это очень просто. Вот сидит курс, да, там 20 человек, 25 человек. И он говорит, вот сейчас кто-то из вас выйдет сюда, посмотрит вот на всех, на вас. И потом кого-то выберет. И подойдет к этому человеку и сядет. Что такого? Ничего особенного. Вот я выхожу. И вот на меня смотрят глаза моих товарищей. И вдруг я понимаю, что когда я к кому-то подсяду, я ведь к кому-то не подсяду. А как он подумает, а почему я не к нему подсел? И начинается жизнь человеческого духа, то, что называется. И вдруг ты понимаешь, что вообще жизнь-то штука такая, не слова выучил и пошел ля-ля-ля, если всерьез. И вот это был Михаил Михайлович. По сути, он приоткрыл нам, ну, если не новый театр, то путь, во всяком случае, взгляд. И Михаил Михайлович, вот почему важно сказать, когда мы были в конце второго курса, он был в возрасте, ну, вполне еще мог работать. Он сказал, ребята, я вам все, что знал, я вам отдал. Есть один человек, который вам даст больше и нужнее, и сегодняшнее. Этого человека зовут Васильев. Анатолий Васильев. Мы были взрослые люди. У нас курс вообще был. Женя Каменькович, известный режиссер, он тогда нас называл «Курс лысых». Вот. И мы пошли разговаривать с Васильевым. И Анатолий Александрович не так, чтобы сказал «да-да-да-да-да-да». Надо сказать, что Анатолия Александровича я знал, ну, как Толю, по Ростову. Он ростовчанин, он учился в университете и занимался в студенческом театре. И мы пересекались, он видел мои спектакли, дипломный даже мой спектакль видел, как потом выяснилось. Потом он стал известным режиссером, вот, а я неизвестным актером в Сибири. И вот потом мы встретились. И Васильев, когда пришел к нам, начал он очень интересно, вам понравится. Он начал с того, что встал перед нами долго, он любил всегда подолгу молчать, долго-долго смотрел. Говорит, вот вы меня позвали режиссурой заниматься. Я вам должен сказать, что я в этом ничего не понимаю. Честное слово, ничего не понимаю. Давайте вместе будем что-то придумывать. И вместе будем для себя открывать, что такое режиссура. Может быть, это был такой художественный ход, но очень красивый и очень человечный, и очень такой тонкий. Ну, конечно, он понимал кое-что в режиссуре. Уже поставил взрослую дочь молодого человека. Кое-что понимал. Но открыл уже следующее. Дали. И долгое время Мы действительно шли вот как в упряжке, как в потьмах, вместе, открывая для себя какую-то новую дорогу. Дальше появился спектакль «Шесть персонажей в поисках автора», который мы выпустили в стенах ГИТИСа. Была репетиция, которая длилась сутки, без остановки. Честное слово, это правда. Вот, и Анатолий Александрович сидел все время вот, в фуфаечке. Никто не ожидал, что это вдруг... Боже мой, такое открытие. И действительно, там, Москва это приняла как
вообще божий дар. Вот, и это был 87-й год, и мы в один год по одному приказу получили театр. Мы получили на Поварской, тогда получил Табаков на Чаплыгина вот этот вот подвал, и Врагово на Спартаковской. Вот три новых театра появилось в Москве. Ну, а потом начались гастроли. 87-й год, да, в 88-м мы уже были далеко-далеко. Италия, Франция, Англия, Испания, Япония и так далее, и Канада, и Мексика. И легче сказать, где мы не были. И среди прочего, что дал нам Анатолий Александрович Васильев в театральном смысле, в смысле профессии, в смысле взгляда вообще, философского взгляда на театр, это он просто подарил нам мир. Дмитриевич, я вот не до конца даже понимаю всю вот эту сложную систему жизни и работы в то время у вас. Вот, а зачем вам лично были нужны вот все эти поиски, эксперименты? Вы вот как сейчас считаете? Зачем мне лично? Да, вам лично. Да, уже возраст, да, уже да, взрослый. Да, очень хороший вопрос. Вы знаете, спасибо большое, очень хороший вопрос. Я должен сказать, что этот вопрос почти каждый день утром я себе задаю до сих пор. Проснешься, и первое, что все говоришь, зачем тебе это нужно? Я вот стишок прочитал свой. Я не считаю себя поэтом, но иногда больше, иногда меньше, когда пописываю там стихи. И тоже, вот как можно, зачем тебе это нужно? Вот я хожу с какой-то рифмой, мучаюсь неделю. Ну, не знаю, наверное, природа такая у человека, и не только у меня, а у многих людей. Вот первое, что ребенок делает? Он ведь стихи читает, самое первое. В нем ритм живет, ритм бьется. Вообще поэзия начинается вот там. На самом деле поэзия связана не с вербальностью, не со словами, которые что-то обозначают, а с неким ритмом, который задается сердцем. И ребенок, вот не испорченный нашими гадостными понятиями, причинно-следственной связи, он абсолютный абстракционист. Он счастливый абстракционист. То есть он абстрактен, музыкально абстрактен. Ему хорошо от того, что он чувствует этот ритм. Он умеет им играть. Он умеет менять его. И когда даже уже там появляется, тоже мы сразу им стишки какие-то даем. Но он эти слова комкает, потому что они ему не важны. Он ты. Вот как прекрасно. А там все, как прекрасен этот мир и все остальное. Вот, спасибо за вопрос. Буду думать над этим и дальше. Yeah.
Николай Дмитриевич, продолжая тему театра Анатолия Васильева, вот когда вы стали практически правой рукой его, почему вы не стали продолжать театральную карьеру, а выбрали кино и телесериалы? И как складывалась ваша киножизнь, и какая картина получила наибольшую популярность, на ваш взгляд? Насчет правой руки хорошо. Ну, может быть, хотя бы левая. Ну, а может и правая. Ну, практически я был всегда рядом с Анатолием Александровичем и был его помощником во многих проектах, спектаклях, на курсе был педагогом, где был художественным руководителем Васильев. Нет, я в театре работал упорно и много. И не стесняясь там, громких слов, скажу, просто впивался очень сильно в профессию. Так вот, конечно, из этого мира вот так подняться и сказать, я пошел сниматься в кино, ну вы понимаете, это невозможно. Это просто физически невозможно. И надо сказать, что вы часто в интервью, когда меня спрашивали, ну вы же там мечтали сниматься в кино, я говорю, не мечтал. И я работал в театре самодостаточном. И плюс к этому я видел мир. Я путешествовал по этому миру вместе со своей профессией. Вот. Никаких таких не было мечтаний. Ну, я бы соврал, сказал, мне вот позвали, и я вот упирался ногами. Я вам такую открою тайну, не знаю, хорошо это или плохо. Я просто поделюсь вот как бы своим, как сказать, способом жизни, да. Так сложилось, что я в этом широком понимании театр, кино, да, ну вот я же закончил актерское, закончил режиссуру, я педагог. И я всегда пользовался тем, что у меня есть такое право отступить. Я иногда больше занимался режиссурой, иногда иступленно, как там «Плач Иеремии», да, 2 года вот просто. Но потом, когда я чувствовал какое-то сопротивление, или внутри, или снаружи, или какие-то с актерами неувязки, и я так ненавязчиво делал такой ход, такой воина, и уходил, занимался другими делами. Шел сниматься в кино, и потом больше занимался со студентами, потом наоборот. Но вот переходить из одной деятельности в другую, мне это как-то помогало и помогает. Я вам напомню еще один зигзаг моей биографии. Я тут недавно стал в мюзикле петь. Я вообще, честно говоря, люблю петь, а с оркестром петь – это вообще наркотик. Это, что, не дай бог, один раз попробуешь, потом за уши не оттянешь. Вот. Но я из мюзикла петь не буду, потому что мюзикл – это все вместе, знаете, это и декорация, и свет, и так далее. А то, что я иногда пою, я вам сейчас докажу. Это из моих любимых песенок советских. Такая песенка называется «Поручение». В Москве в отдаленном районе 12-й дом от угла. Хорошая девушка Тоня согласно прописке жила. У этого дома по тропке бродил я, не чувствуя ног. И парень был, в общем, не робкий, а вот объясниться не мог. Бывает, не мог. И как я додумался, браться, и сам до сих пор не пойму. В любви перед нею признаться, доверил дружку своему.
Под вечер запели гармонии, и стал небосвод голубым. Тогда и отправился к Тоне мой друг с поручением моим. Мой лучший друг с моим поручением. И долго стоял я в обиде, себя проклиная тайком. Когда я их вместе увидел на танцах в саду заводском, и сердце забилось неровно, и с горечью вымолвил я: «Прощай, Антонина Петровна, неспетая песня моя». Давно это было, но до сих пор не могу забыть. Нелепая история. Зато теперь я знаю, что в любви надо действовать смело, задачи решать самому. И это серьезное дело нельзя поручать никому. Николай Дмитриевич, сегодня вы актер МХТ. Да. Вот вы скажите, пожалуйста, нам. Да. Было ли неожиданным предложение в этот театр? Я вам расскажу историю, которую никто не знает. Ну, кроме моих близких и друзей. Это был, опять же, вот пресловутый 87-й год. Я заканчивал институт. У меня уже была пара успешных постановок. И в том числе я поставил такую пьесу, это «Перестройка», да, помните, была Виталия Павлова пьеса, я построил дом. У меня была очень удачная постановка в Омске. И мне вдруг звонят из Московского художественного театра, говорят, вас хочет видеть Олег Николаевич Ефремов. И Олег Николаевич предложил мне поставить эту пьесу в художественном театре. Я вынужден был сказать Олег Николаевич Ефремов, который предлагает мне поставить спектакль в художественном театре, что я уезжаю на гастроли во Францию, Бельгию, там не помню какие еще, Испанию. Ну, на что, конечно, Олег Николаевич улыбается и говорит, ну что ж, ладно, ну ничего, ну тогда в другой раз. Представляете, да, сейчас художественный театр упал прям без меня и не знает, как подняться. Ну, вот. И когда Олег Павлович позвонил сам, не помощники, ничего, ну, его трудно не узнать, да, и он так таким вот этим голоском говорит мне: «Николай Дмитриевич, а как вы смотрите на то, чтобы сыграть Фирса в «Вишневом саде» в Московском художественном театре?» И вот тут я уже сказал: «Нету, Коль, все, давай, ноги в руки и бегом». Заперто! Уехали. Про меня забыли. Ничего, я тут сижу. Леонид Андреевич, небось, шубу не надел, в пальто поехал. Я-то не поглядел. Эх, молодость, Елена. Жизнь-то прошла. Словно я не жил. Я полежу. Силушки-то у тебя не осталось. Ничего не осталось. Эх ты, недотёп. Я, когда выхожу на сцену, я не могу себе вот не вспомнить, честное слово, что вот чьи ножки тут ходили. Вот. Я вхожу в театр, я здороваюсь. У нас висит огромный портрет у служебного входа. Фотография огромная, человеческий рост. Константин Сергеевич, Владимир Иванович. Я так прохожу, говорю: «Здравствуйте». «Извините», говорю. «Извините, Константин Сергеевич». Вот. Ну, это такое место для русского артиста. Это ценно, это... Что тут стесняться? Я даже не мечтал об этом никогда. Ну, и мог ли я, сидя вот в том стихотворении, да, на крылечке нашего домика, там, подумать? Так что я благодарен судьбе. Вот. И в этом смысле тоже.
обязательно отвечу на этот вопрос. Это вопрос звучит так. Это правда, что ваша жена баронесса? Как же я могу не ответить на такой замечательный вопрос? Абсолютная правда. Баронесса, вот она у меня прям рядышком сидит. Раса фон Торнау. Для расы фон Торнау. Я хочу спеть романс на слова поэта Леонида Николаевича Мартынова. «Нежность». Вы померкли, я странник коричневый, весь. Нам и встретиться было б теперь неприятно. Только нежность, когда-то забытая, здесь заставляет меня возвратиться обратно. Только нежность, когда-то забытая, здесь заставляет меня возвратиться обратно. Я войду, не здороваясь, громко скажу. Сторож спит, дверь открыта, какая небрежность. Не бойтесь, ничем не грожу. Я прошу вас, верните мне прежнюю нежность. Унесу на чердак и поставлю во мрак. Там, где мышь поселилась в дырявом штиблете, старинную нежность снесу на чердак, чтоб ее не нашли беспризорные дети. Я старинную нежность снесу на чердак, чтоб ее не нашли беспризорные дети. Они лежали на панели, и вдруг они осатанели, и, изменив свою окраску, пустились в пляску колдовские. Я закричал: «Вы кто такие?» «Мы листья, 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 листья». В ответ они зашелестели: «Мечтали мы о пейзажисте, но руки, что держали кисти, нас полюбить не захотели, мы улетели, улетели». Не бледнейте, не бойтесь ничем, не грожу. Я прошу вас, верните мне прежнюю нежность. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Спасибо. Я начал своим стихотворением и закончу тоже. Труднее всего на свете этом быть знаменитым и быть поэтом. Еще труднее быть незаметным, но быть поэтом при всем при этом. Спасибо. Это традиционный тоже мой стишок, который называется «Пассашок». Мы когда с друзьями вот расстаемся в Тарусе, на даче, всегда просят: «Прочитай пассашок». Вот мы сейчас с вами расстаемся, я вам читаю пассашок. А теперь на пассашок расскажу еще стишок. Про любовь, про жизнь, про слезы, про коварство нежной розы, про сердечные страдания, про измены, про обман, про угасшие желания и сиреневый туман.
про печаль дырявой лодки, носом ткнувшейся в песок, и про рюмку русской водки. Ну, давай на пасашок, чтоб и елось, и ходилось, и хотелось, и моглось, то, что было, не забылось, то, что не было, сбылось, чтобы был тот бережок, где б и нам причалить, где последний пасашок дернуть без печали. Спасибо. Спасибо.